Санкт-Петербург продолжает оказывать шефскую помощь Симферополю. Глава администрации крымской столицы и питерский вице-губернатор подписали очередное соглашение на поставку спецоборудования. В начале 2016 года в Симферополь прибудет 21 единица специальной противопожарной техники. И в придачу к ним необходимы комплекты – обмундирование, запчасти и материалы. Конечно, хотелось бы, чтобы эту технику как меньше применяли по особым случаям. Но если это вдруг случится, то вы будете в безопасности. Это хорошая техника, современная абсолютно. Ее специалисты Симферополя подбирали, они уже видели, ознакомились. И она специально для условий Крыма. Также Санкт-Петербург силами жителей города собрал необходимые средства на закупку генераторов для Симферополя. Грузовики с 80 энергетическими установками в ближайшее время прибудут в столицу Крыма.